Буквально завтра Новый год, неделю оттепели, и я выкопал интересную вещицу. Вот такую интересную вещицу, но мне кажется, это нифига не старинная штука, а скорее из детского какого-нибудь наборчика кастрюлька. Вот, но никаких опознавательных знаков абсолютно нету. Вот там вот непонятная детская кастрюлька, а здесь непонятный медный или латунный кранчик. Бинго! И наконец-то монетка! Значит, кранчик, и рядышком вот этот замечательный пятачок. Только сейчас мне его придется попытаться отмыть, чтобы посмотреть дату. Ух ты, какой хорошенький, а! 56-й год! Красавец! О, не зря я посетил эту чащу. Ха-ха-ха. Копаться в воде — это немножко грязновато. Это не золото, но присутствие человека налицо. Грузил свинцовые. Долгожданный пятачок подоспел. Пятачок 81-го года. Рядом с Петюриной вот такой вот крючочек, балансир древний, наверное. Я не сильно в зимних вещах разбираюсь, но похоже. Ну, всех с Новым годом. Сегодня 1 января. И у меня интересная находка. Вот такая вот желтенькая, красивая монетка. 55-й год, 3 копейки. А, 56-й, извиняюсь. Ух ты. Совершенно напрасно я съемку остановил, ибо в этой же ямке лежит еще одна интересная представительница. Вот, опа. А это 2 копейки. Только вот год я не могу разглядеть. Ну что ж, третья монетка с этого места. Это 3 копейки. А вот дата — 61-й год. Очень жаль. Вот под этим мощным дубом обломочек несовременной ложечки. Очень жаль. Наконец-то найдено подтверждение наличия более старых находочек. Это, видимо, от лошадки колечко. Значит, дорога где-то была рядом, либо проходила прямо через лес. Наконец-то долгожданная монетка, но 3 копейки 81-го года. Ну ничего, еле нашел. Копеечку вообще очень сложно найти. Копеечка, 88-го года. Рядом с копеечкой еще один троечок. Только вот год не просматривается. 3 копейки, 61-й год, но почему-то красная и почти лысая. А вот в песочке рядом лежал пятачок. Вот в таком состоянии 81-го года. Ну что ж, еще один интересный предметик. Пока еще не знаю, что. Но это... снова 5 копеек. Придется сейчас отмыть, чтобы рассмотреть дату. И это пятачок 82-го года. Ну вот, и копеечка блямкнула. Еле-еле так блямкнула. Ну, примерно где-то сантиметров 20 глубины, включая снег. Кто бы мог подумать, что под этой елочкой, хотя надо всегда представлять себе местность минус 50-60 лет назад, совсем другая растительность. И вот под этой елочкой, как мне кажется, очередной пятачок.
Сейчас я его попробую отмыть. Вот такой пятачок. 61-й год. Лысенький. Судя по этим следам, здесь шел либо заяц, либо лиса. Вот здесь она провалилась и потеряла вот этот вот замечательный стакан, который я только что выкопал. Вот такой вот стаканчик. Не знаю, что с ним делать. Взять, что ли? 3 копейки. Сейчас посмотрю, какой год. Не посмотрю. И замечательные 5 копеек 54-го года. Чистенькая и красивая. А троечок оказался 70-го года рождения. Я могу, конечно, ошибаться. Но вот эти вот лапки, это из кошачьих. Возможно, рыська бродила. Бродила, бродила. А что же она здесь делала? Вот здесь она покопалась. Возможно, мышка. А вот здесь я нашел 2 копейки. 2 копейки. Так, какой же год? Так, 62-й год. И снова пятачок 61-го года. Я уже его оттер. Вот здесь пятачок, вот здесь двушечка, а вот здесь покопалась рысь. Двушка, пятачок. И еще одна двушка оказалась в этом месте 71-го года. Двушка, двушка, пятачок. Кто же это? Ну, двушка это точно. Блин, надо было сначала оттереть. 69-й год. Двушечка. И рядом с двушечкой лежала копеечка. Ну вот в городских условиях, я имею в виду загрязненность, такой предмет найти было бы очень сложно. Как же приятно копать там, где никто до тебя не был. Вот это вот луночки от моих последних монеточек. Это там 2, 2, 5, 2, 1 и троечок. Вот здесь я нашел какое-то непонятное алюминиевое колечко, но выбросил его. А вот здесь вот в этом месте троечок 74-го года. Троечок и целая ложка. Но алюминиевая, я немножечко погнул. Еще одна двушечка попалась. 68-го, по-моему, года. Еще одна монетка попалась. А кто же это? Так, герб. Значит, 3 копейки. Все, уже темно. Я уже не буду отмывать. А, нет, видно, 70-й год. Пойдем. Троечок здесь оказался не единственный. Еще 5 копеек 81-го года и копеечка непонятного года. Уже темно. Такс. Еще одна монетка. Герб. Такс. 3 копейки 71-го года. Я понял, что искала рысь. Рысь искала опасную бритву. Вот еще одна монетка попалась. 2 копейки. 68-й год. Совершенно неожиданно. Вот в этой ямке расчесочка. Но не древняя, советская. А вот просматривается дорога. Попробую пройтись по ней. Интересный факт открылся. Вот очертания дороги и вот такое вот урочище, можно так назвать, внутри такого леса. Попробую посмотреть, что здесь. Что-то не нравится мне размерность этих следов. Пойду-ка я, наверное, назад, что ли. Что-то как-то это слишком большое животное. Вот еще один пятачок попался 87-го года. В песчаничке лежит. Очень хорошее состояние. И как это водится, в одной ямке с пятачком оказались 3 копейки 80-го года рождения. 5 копеек. 3 копейки и еще один троечок 82-го года. Вот такую
интересную вещицу нашел. Но что это такое, даже понятия не имею. Вроде как... Не знаю. Может быть, тоже украшалка с лошади. Два усика, которые, видимо, разгибались, либо где-то были закреплены. Медь или латунь. И медь, наверное, луженая. Вот внутри припаяна. Не знаю, что это такое. Неожиданная находочка. 20 копеек 55-го года. Как новенькая. Состояние прямо суперское. Вот такая кучка получилась.